There is a digital twin of the product itself, so it's being designed with software. Во-первых, сначала разрабатывается цифровой двойник этого продукта с помощью программного обеспечения. This product data is being stored in a database backbone, which we call Team Center. It's a software product from Siemens. А данные этого продукта поступают в основную базу данных, командную базу данных, так называемую. And this data in this database coming from the product is being used to generate the code for the machines. И с помощью этих данных вырабатывается специальный код для производственных машин. While the same data is also the base for the bill of materials, means the list of components needed to produce that product. И те же самые данные используются при составлении списка компонентов и материалов для производства этого продукта. And where does this information about product components needs to go to whom? Куда эта информация должна поступать об этих всех компонентах? Кому? To the supplier. Because in the digital factory, not only your company is the digital one, you also need to interact with other companies and exchange data, like with your supplier. Потому что в рамках вашей компании цифровым процессом подвергается не только ваша компания на внутреннем уровне. В эти процессы нужно включить и внешние части, такие как поставщиков тоже. But that's not the end, because this data from the database of the product is also used in the MES system, that means the supervision of the production. И на этом все еще не заканчивается, потому что данные в базе данных пользуются системой MES, а это система управления продуктом. So as a result, you get a product, and what else do you get? Итак, у вас есть продукт, вы в результате получаете продукт, а что еще получаете? What else do you get? Что еще вы получаете на рынке? Как по-русски думаю, много данных, да? A lot of data. Много данных. So, as a result, we have big data, but big is not always good. В результате получается огромная база данных, но огромная не означает всегда хорошо. What we actually need is smart data, and smart data we get by analyzing big data. Нам нужны умные данные, и умные данные мы получаем путем анализа этой огромной массы данных. So, this data of course goes through networks. Итак, эти данные проходят, естественно, через сети. Networks nowadays are an essential part of the production. А сети сегодня это основная часть в производственном процессе. Especially when you compare, as shown in the picture, yesterday and tomorrow, or today. Особенно, как на этом слайде показано, если вы сравните вчера и завтра, или даже сегодня. Instead of manual processes, you have full automation, and especially instead of separate islands of automation, you have the interoperability of all equipment and of all processes. Вместо ручных процессов это автоматизация, и автоматизация не островками, а интегрированная. First of all, to transfer big data and to make it smart data later, you need a powerful and a high-speed network. Прежде всего, для того, чтобы обработать и провести эту огромную массу данных, и для того, чтобы потом проанализировать, вам нужны качественные сети. Which basically also means that your digital factory starts on the very shop floor of the network level. Умные сети, это означает, что ваш цифровой завод начинается на самом нижнем уровне. Without network, на уровне сетей. Without the network, the data, you cannot collect it, it is worthless. Без сетей невозможно собрать данные, это не получится. Они будут бесполезными. Siemens is not also only a provider of automation equipment. We consider the industrial network as an essential part of automation and provide respective solutions for the shop floor as well as for the backbone aggregation. И поэтому Siemens предоставляет технологические решения не только для производственного процесса, не только для индустриализации цифровых процессов и дигитализации, но также и
для внедрения сети на нижнем уровне, на уровне цехов. Now you may think, oh my God, that's such a long way to go. Вы можете подумать, Боже, это ж так долго. Well, as I said in the presentation earlier, everyone has a different starting point. The important thing is that you get started. Но я уже упоминал в своей предыдущей презентации, что все начинают с разных отправных точек. Но самое важное – это просто начать. To make you feel a little bit better, I can tell you, I give you an example. Может быть, вы почувствуете себя лучше, если я приведу такой пример. There's a very famous German auto manufacturer also operating with two factories in Russia. Есть один немецкий производитель, который также владеет двумя заводами в России. Even they do not yet have an integrated network. Хотя у них до сих пор нет интегрированной сети. So now we saw the whole production. We learned that network is very important because there's very big data, but where does the data come from in such a digital factory? Итак, мы увидели производственный процесс, мы увидели, что необходимы и важны сети для того, чтобы пропускать этот огромный объем данных, но еще вопрос, откуда эти данные поступают? I'd like to give you an example here. This is a real workplace in the factory. One defect per million means one product is not right, has bad quality, one out of a million. И вы видите, что мы начали вести эту статистику с 90-х годов, и один брак на миллион, это означает, что вот один товар из миллиона некачественный. And the other figures you can see here are process data. И еще цифры здесь приведены, отражающие производственный процесс, данные производственного процесса. So while process data amazingly increased from 5,000 data entries into a database, for example, 50 million. Эти технологические данные тоже колоссально увеличиваются на несколько тысяч, и в результате получается цифра в 50 миллионов. And earlier I also said that utilization went up, productivity went up by 9 times, but in the same time the defects went down dramatically. Я уже сказал, что производительность повысилась в 9 раз, при этом уровень выработки брака понизился колоссально. So we have like 5 defects out of a million products. Примерно 5 дефектных браков на миллион продуктов. Well, I'd like to take a short look to automotive industry. Also in automotive industry you use camera systems and RFID readers, and one example with which you can improve the production in an automotive industry is to use RFID through the whole production, through all shops, by using labels, RFID tags. Понятно. На автомобильную продукцию, автомобильное производство, где тоже используются камеры для отслеживания качества. И посмотрим, как вы можете улучшить этот процесс и усовершенствовать его с помощью наших технологий. This way you can collect data from the very beginning of the press shop when you start to assemble the car until the very end when it's finished with production. You have one tag, it stays with the car and it collects all data and tells the robots and the workers and so on what to do next. Таким образом вы собираете данные от самого первого этапа, когда только начинается сборка начальных узлов автомобиля, и до самого последнего этапа все эти данные собираются в одну базу данных, которая говорит роботам, что делать. But this was from automotive. Questions: how can digitalization help your production? Not all of you may come from the automotive industry. Это пример из автомобильной промышленности. Может быть, не все из вас к ней имеют отношение, но тем не менее эти процессы могут вам помочь в вашем конкретном предприятии. Nonetheless, when you come from a manufacturing industry, you will always need to go through these process steps. При этом, если у вас есть какое-то производство, вы обязательно должны пройти следующие шаги. And when you start to digitalize those processes by using the right software tools, и когда вы начнете цифровое внедрение с помощью адекватного программного обеспечения, you can finally reap the benefits of digitalization also for your production.
тогда вы поймете выгоды и преимущества цифрового внедрения для вашей конкретной производственной области. I hope that this maybe gave you an idea about how you could implement and start digitalization in your factory. I'll be here for the rest of the day, and I'll be happy if you ask your question either now, if it's allowed, or... Сроки можно оценить как-то вот сокращение? В сравнении с тем, как раньше было, как вы сейчас делаете? Там какая разница? Ну, давайте честно скажем, что подобных работ, да, то есть, чтобы взять и поменять весь модельный ряд, КамАЗ этого не проводит. Да, так что на самом деле случай специфичный. Ну, так, если банально. Но если брать разработку отдельных автомобилей, ну, по крайней мере, мы для себя вот, считаем, когда мы среднетоннажные водили автомобили на рынок, сколько времени мы на все потратили, и значит, мы на семейство. Ну, в принципе, мы все время сократили, ну, где-то так вот, 2-3 раза, где-то так вот, 2,5 года, сколько было. Ну, еще раз я говорю, что здесь речь не только о экономии срока. Скажем так, лет 10 назад мы просто физически не могли выполнить эту работу. Сейчас той же самой команды практически, там по численности она сопоставима. Объем работы, который выполняется, он просто не сопоставим. Да, то есть это не только то, что у вас только это лучше, а просто можем или не можем делать. Спасибо, извините, ничего страшного, даже. И, соответственно, те подходы к компоновке, которые мы здесь придумали, естественно, это модульная схема для того, чтобы можно было достаточно легко варьировать и коммутер силовых агрегатов, и подвесок, и всех агрегатов, которые есть в автомобиле. Естественно, все это сразу закладывалось в компоновочное решение. То есть проектируется не автомобиль, а потом дальше как модернизируется по конкретному заказчику, проектируется сразу грамма автомобиля. Подход, который, ну, если так вот, 150% состав. Это все конфигурации автомобиля, они сделаны в едином пространстве, а дальше потом по промоции мы собираем тот автомобиль, который нам. Естественно, все это было разработано раньше, но, скажем так, перенимаем излишек. И это касается, то есть не только там, всей компоновочной схемы автомобиля, а конкретно даже точно так же и внутри урбов и так далее. То есть это сквозная идеология. Технологии, которые применяются. Ну, сейчас уже, когда не представляет, что можно проектировать как-то другую. Мы берем проектировки, ну, из того, что принято у нас, чтобы были чертежи, ну, так, по крайней мере, ДСКД никто не отменял, для общения с нашими каких-то с разработчиками или поставщиками, да, то есть есть язык, который все не понимают, это то же самое, что потому что если мы говорим наших военных представителей, у которых все четко по курсу на бумаге с синими подписями, да, то есть для них делается не такой тоже чертеж. Чертеж делается связанный, он делается из 3D-модели. В принципе, на самом деле, он не особо нужен. Да, у нас есть пациенты, когда мы работали с чертежей, собирали опытные образцы, и все нормально, все получается. То есть чертеж нужен только как перевод на тот язык, на котором мы все разговариваем. Можно говорить на другом, на более современном. Ну, все мы знаем, где же самое основное, чертеж. Не надо там чертеж. Достаточно 3D-модели и технологических параметров, которые так должны быть обозначены. Больше не надо. Вся остальная информация, там есть гораздо больше, там есть информация, 3D-модели. У нас же мир объем, и когда мы делаем чертеж, мы, по сути дела, помним всю эту информацию, которую кидаем на бумагу. Да, мы не теряем ничего. Соответственно, 3D – это основная информационная единица, с которой мы работаем. То есть это чертеж, мы воспринимаем как просто отчет, который нужен. Теперь как все это выглядит в самой вот этой информационной среде? Сейчас мы видим центр. Живая картинка и как видно вот, автомобиль дисциплинного семейства. Это автомобиль здесь. Кабину с высокой крышей, дальше мы меняем функции, и кабина у нас будет с
смысле крышей и так далее, да, то есть, если посмотреть, то есть это все точно в том же самом информационном пространстве. Все есть в этом составе, все изделия здесь, и по этому принципу построен весь автомобиль и все удовольствия. Соответственно, на чем мы экономим? Ну, на том, что когда нам надо сделать новый автомобиль, мы просто выбираем новые сочетания, если все уже ранее разработано, мы просто приводим их в порядок экономики. Синхронизируем на уровне мандата. Это обычный рабочий процесс, это не лучшие какие-то, науки чувствуют, это то, что просто технологии повседневной жизни. По-другому не работает. Просто, по крайней мере, в нашем учебном процессе. Как добиться того, чтобы все это работало правильно? Тогда есть много конструкторов, много работников. Так как все равно есть свои приоритеты, свои специфики работы и так далее. Может сделать что-то, как удобнее сделать, не заботьтесь о том, как этот результат будет использовать другие. Для того, чтобы выровнять качество 3D-моделей и составов, мы берем автоматические проверки в наши процессы самые. Ну, да, то есть, ну, как я говорил, все в электронном виде, единой функциональной среде, естественно, все процессы согласования не только проходят через эту среду, это просто уведомление, посмотри, как там дела, посмотри, раз ли это согласен, или не согласен, что ли, мозг не работает, да, то есть никто не берет бумаги. И в эти процессы встроены автоматические проверки. То есть сначала, чтобы отправить этот процесс дальше, надо, чтобы система сказала, да, есть там эта модель, требования выполнены и так далее, и так далее. Когда конструктор договорился с машиной, все будет как нормально. Тогда уже, собственно, может человек корректно сделать такую работу, отправлять на посмотреть так далее. Это выравнивает качество документации, качество той информации, которую все готовят. И, соответственно, тогда, если мы видим, что это есть какие-то систематические вещи, что вот это у нас проблема, мы ставим дополнительную проверку для того, чтобы выяснить. Для того, чтобы мы снова на последнем этапе ее решали, а для того, чтобы ее в самом начале, еще когда кто-то идет разработку, вот здесь ее есть проблема. Точно так же все системы, расчетные системы, мы сейчас заставляем работать в той же самой информационной сети, для того, чтобы использовать общие модели. Ну, из-за того, что здесь расчетов много, очень много различных, то есть объем большой модели. Естественно, то есть этот процесс такой достаточно тяжелый, большой, объемный, но в этом пути мы точно так же, как мы выровняем качество наших расчетов, для того, чтобы не только контролировать качество документации, но и качество конструкторских решений, тоже как на ранних этапах. Но если посмотреть на вот это окружение, как было видно на схеме, это не только, скажем так, конструкторские вещи, все сотрудники, которые работают над этой информацией, они работают над этой информацией. Здесь вот, примерно вкратце, именно, ну, например, эти сервисы для разработки электронных счетов и схем. Система точно так же в наше информационное пространство, разработка схемы идет в этой, даже потом все эти схемы передаются через центр УНС, прокладывается документ, а потом возвращается в наш ГУДОВ, и, соответственно, дальше в ГИТРИ мы получаем вот эти схемы раздатки, которые мы дальше отдаем нашим, скажем так, компаниям, которые изготавливают эти схемы. Что это дает? Во-первых, у нас нет никакой промежуточной информации на передачу, то есть она не портится информацией при передаче нашим поставщикам. А с другой стороны, мы понимаем, что мы сокращаем сроки. Точно так же на наши опытные образцы, в этой документации они достаточно быстро изготавливают нам жду. То есть не только на серийные, но на опытные образцы точно так же получены. Для того, чтобы сыграть время, повысить чаще. Ну или функциональные операции, которые подключают методы, которые есть в системе, естественно, управляют функции, и далее на портале нашего сервиса центра, который заказывает и участники.
помощью возможностей, которые имеет западная компания, то он бы стоил n деленное на 2. Тогда возник же вопрос, а собственно, если мы собираемся производить то, что мы производим, то сколько это будет стоить, в конце концов? Если мы сделаем это на какой-то смеси технологий, минимизируя свои затраты, то к чему мы придем? Вообще то, что мы производим, в состоянии мы продать или не продать? Что это такое будет в конечном итоге? И осталась масса вопросов, и мы не договорились, потому что выяснили, что если производить собственный автомобиль, то он будет стоить раза в три дороже, его никто не купит. Если производить ихний автомобиль, тогда нужно перестраивать всю инфраструктуру, в том числе и поставщиков. И это неизвестно, когда начнется, когда кончится. Или это ты становишься как бы рабом, где поставки будут из Запада. Вопросы, которые приходится нам решать каждый день, с одной стороны. С другой стороны, мы сегодня столкнулись с другой проблематикой. Вообще, если мы сегодня, например, начинаем модернизацию собственного предприятия, покупаем, станки с ЧПУ ставим, с точки зрения конечной продукции, ее стоимости, циклов производства, производительности, практически ничего не меняется. Ставим мощную интеллектуальную, мощную систему управления ресурсами, ERP-систему. Опять ничего не меняется, кроме того, что значит огромное количество людей вводит огромное количество данных, потом это огромное количество данных собирает опять огромное количество людей, и на выходе ничего нет. Мы перестали понимать причинно-следственные связи, вообще говоря, что у нас происходит. Предприятие сложная штука. И если взять его в сегодняшнем состоянии, то можно обнаружить там огромное количество людей, которые обладают собственной волей, собственными интересами. И когда собственно принятое решение, которое зависит от людей, определяется неким мировоззрением, которое они складывают из того, как они обрабатывают данные, что они понимают в них, что им представляют их окружение, то выясняется, что это принятое решение не всегда совпадает с конечными целями предприятия. И внутри предприятия возникает куча конфликтов, противоречий, узких мест, ограничений и так далее. И с этим приходится каким-то методом бороться. Понимание сложности, оно не первый день. И как бы мир изобрел некую такую новую концепцию, которая называется e-manufacturing. Пытаются строить виртуальную модель предприятия. Виртуальная модель предприятия – некий двойник предприятия, который дает основание посмотреть на него с точки зрения возможностей и ограничений. Потому что ты имеешь возможность варьировать множеством там, параметров, множество способов организации, бизнес-процессов, которые происходят в компании, и смотреть, что получается на выходе. Вообще, ты к чему-нибудь придешь к чему-нибудь положительному, это тебе нужно или нет. В конце концов, если ты потратил определенное количество денег, то что ты получишь взамен? Концепция хорошая. Вопросы о том, что значит, что для этого нам требует. Оказывается, для того, чтобы строить вот эти сложные модели виртуальных предприятий, требуются высококвалифицированные специалисты, программисты, математики, люди, понимающие, что происходит у них на производстве, как они принимают решения. И это очень достаточно трудоемкий процесс, который не всегда приводит к конечным результатам, потому что мы живем в сложном, динамически изменяющемся мире, и когда ты посвятил этому там 6-9 месяцев, а за это время много чего произошло, надо снова что-то там перестраивать, менять. И опять некий результат от нас отдаляется. На определенном этапе времени, что ли, поскольку мы, Belkin Group, это инжиниринговая компания, которая занималась созданием гибких, роботизированных процессов, комплексным решением вопросов модернизации предприятий, мы начинали вот с этих инструментов, Technomatics, начинали с AnyLogic,
пытались моделировать, но значительных эффектов это не дало. И где-то в 2012 году мы приняли решение, не лежали создать собственный инструмент, который бы позволил проектировать виртуальное предприятие с свойствами, которые нам нужны. То есть, по сути дела, перейти к вопросам описания того, что есть, к вопросам построения, что же мы хотим на выходе получить. И можно ли это организовать из существующих средств подручных? Или для этого потребуются изменения? А если потребуются изменения, то где? Как это нужно изменить? И к чему это приведет? Вот чтобы строить такие модели, прежде всего были изучены основные концепции менеджмента, о которых вот упомянул Борис Михайлович в начале. Суть их заключается в том, что и бережливое производство, и теория ограничений, и в конце концов активное производство, так или иначе связаны с теорией систем, теорией организации систем, если сделать их модельную интерпретацию, то это очень много чего дает для того, чтобы строить специализированные программно-аппаратные среды, в которых возможно проектирование вот таких систем. Почему это важно? Да потому что вот Siemens упомянул о том, что вот он разобрал, как работает предприятие, которое создано, и в нем есть цифровое производство. Но предприятие надо было спроектировать. Каким образом проектируется это предприятие? Почему оно создается именно таким, а не каким-то другим способом? Вот чтобы отвечать на эти вопросы, в той или иной степени, в какой-то части это совпадает с основными направлениями развития предприятий и производств, которые сегодня есть в мире. Я здесь коротко их приведу. Это Smart Manufacturing США. Есть следующее, я не буду на них останавливаться, если кто-то захочет, я отдельно могу прокомментировать каждое. Индустрия 4.0 Германия, Factories of the Future Евросоюз, занимается исследованиями тоже будущего, Advanced Green Manufacturing Китай, Крима, значит, проект, ну, тоже вот один из таких вот европейских проектов, который, значит, очень близко к, будем говорить, неким вопросом новой организационных структур, которые возникают в процессе создания конкурентных производств. Мы имеем в виду следующее, что чтобы быть конкурентоспособным должно быть все. Но сегодня в полноциклах производствах, которые имеем, это не всегда возможно. Для этого нужно объединять конкурентные преимущества, то есть нужно объединять конкурентные компетенции, конкурентные ресурсы, строить конкурентные организации. Это не всегда можно в рамках одной компании. Это можно выудить из в рамках корпорации. Это можно найти каких-то, значит, сподвижников, условно говоря, выбрать лучших, которые есть на сегодняшний день для решения той или иной проблемы. Неважно это. Будет это инжиниринг какой-то, или это будет вопрос, связанный с производством или освоением производства новой продукции. Важно другое, что во всех делах, как и статистика говорит о том, что сегодня есть некая стратегия в мире, которая так или иначе подчиняет себе все то, что создается. Суть ее заключается в том, что мы должны создавать вот эти вот организации с быстрой реакцией. Эта быстрая реакция рождается из того, что существует так называемое производственное время и существует так называемое непроизводственное время. Так вот, отношение между ними как 95% к 5%. То есть, условно говоря, мы часто фокусируем свое внимание на то, что мы называем трудоемкостью, а именно на технологии того, как мы делаем, но совершенно не обращаем внимания на то, как мы организованы. Если, значит, посмотреть на суть организационных процессов, бизнес-процессов, которые формируются в любой компании, то можно увидеть, что эффекты, которые можно получить от этого, они на 200-300% покрывают, значит, те эффекты, которые мы можем получить отдельно от компетенции, отдельно от технологий, которые внедрены. Поэтому поиск организационных форм
которых ты можешь получить конкурентные преимущества, сегодня одна из таких приоритетных задач, которая может иметь разные формы организационные. Дальше. Мало того, даже если ты добился и смог создать некий проект, в котором ты нашел вариант организации бизнес-процессов, технологии, компетенции, которые дают тебе определенные конкурентные преимущества, ты должен иметь их быстро, во-первых, реализовать и воплотить в жизнь. Во-вторых, ты все равно сталкиваешься с конкуренцией на рынке, ты все равно сталкиваешься с тем, что там постоянно что-то происходит. То есть мы имеем в виду, происходит вовне и внутри компании. И ты должен на это как-то реагировать. Ты должен управлять изменениями. И здесь управления могут быть самого различного уровня. Мы можем рассматривать изменения на уровне реинжиниринга, то есть кардинального переосмысления работы предприятия, где кардинально нужно пересмотреть те эффекты, которые мы хотели бы получить от него, и до уровня какого-то эволюционного, как мы часто сейчас делаем сами. В любом случае, мы всегда сталкиваемся с изменениями в области технологий, с изменениями в области компетенции, с изменениями в области организации, где по технологии, изменения в области технологии управления, планирования, организовывания, мотивации, там, контроль, принятие решений. Офисные технологии. Значит, в конечном итоге задача всех этих технологий сделать их быстрыми. Быстрыми, качественными. Так или иначе, о чем мы с вами не говорили, в основе их лежат бизнес-процессы. Какой бы технологии мы ни подошли, чем бы она ни реализовывалась, это все равно некий кирпичик, который дает вклад в общую картину того, что ты будешь получать на выходе. Поэтому очень важно рассматривать предприятие в целом. Существует много того в предприятии, вот в виде большого количества данных, которые никак не влияют на конечные результаты. Я могу привести статистику, которую мы сами получили в компании. Примерно, вот если взять все множество данных, которыми оперирует предприятие, то только 0,1% этих данных в той или иной степени влияют на характеристики предприятия в целом. Все остальное имеет степени свободы и несущественно влияет на цель поведения и качество, которое хочет достичь это предприятие. В результате, и собственно об этом говорит теория ограничений, и это цель. Проблема того, что мы должны, когда анализируем предприятие, найти, а что же ограничивает того, что предприятие приобрело новое качество, новую производительность, новый сокращенный цикл производства, минимальную незавершовку, чтобы на 100% заказов сдавало вовремя, как успевать организовать процессы, чтобы эти заказы вовремя сдавались. Все эти вопросы, которые мы каждый день решаем, но ни одна из систем, которая на сегодняшний день внутри нашего предприятия находится, она ответы на эти вопросы не дает. Отсюда масса проблем, которые существуют. Для решения этих проблем мы создали платформу. Она называется Agile IBI. Суть платформы заключается в том, что создается виртуальная модель предприятия, как есть, и трансформируется виртуальная модель предприятия, как может быть. Прежде в этой трансформации самое главное, здесь могут изменяться и технологии, и способ организации бизнес-процессов, но если столкнуться с любым предприятием, то можно увидеть, что сам объект, который реализуется на предприятии, это сложное очень образование. Там количеством DSE, вот мы с одним предприятием работаем, 300 тысяч единиц. У каждой DSE имеются свои технологии.
организовать бизнес-процессы так, чтобы они были эффективными в дискретном производстве. И когда широчайшая номенклатура изделий на входе, да, она еще постоянно меняется, это вообще, как, что называется, проблема из проблем, которые, с одной стороны, решают, плохо или хорошо, как-то решают. И продуктов. Потом необходимо было все более низкие цены предоставлять для того, чтобы конкурировать на рынке. Потом появилось качество где-то вот с 90-го года. Ну а теперь мы все боремся за скорость. Чем быстрее мы выполняем, заказы, тем мы более конкурентоспособны. Вы сейчас это можете сейчас вот здесь даже увидеть. Ни одного человека, который бы нашел у себя пару там в одежде. Есть одинаковые пиджаки или одинаковые ботинки или еще что-нибудь. Мы все хотим быть уникальными. Точно так же, когда мы говорим про продукцию там, машиностроительного кластера, все больше необходимо производить другой продукции, немножко отличной, с другими свойствами. И причем производить очень быстро. Соответственно, новая концепция, да, это время, деньги, быстро реагирующее производство. Соответственно, немножечко сравню. Бережливое производство занимается ликвидацией потерь, а также стратегической изменчивостью. То есть старается сделать универсальными продукты. Желательно, чтобы они были вообще все одинаковые. Было вообще здорово. Тогда бы все предприятия обогатились. А QRM работает наоборот. Усиливает стратегию, то есть изменчивость стратегическую. Давайте сделаем изменчивость рынка нашим конкурентным преимуществом. Чем больше изменений, тем лучше для нас, тем больше мы будем зарабатывать. Ну и, соответственно, ликвидировать потери. QRM, я очень кратко, да, то есть базируется на 5 принципах. Во-первых, это современная стратегия о том, что я сейчас сказал, да, появляются новые рынки и огромное количество вариаций продукции. Это фокус на времени, то есть единственный фокус — только время. Мы сжимаем время выполнения заказа. Чем быстрее, тем дешевле и качественнее. Третье – это сетевой подход. Мы объединяем абсолютно все. Офис, закупки, все что угодно, да, то есть все ускоряем. И поставщика в том числе. Желательно прям поставщику прийти и его тоже ускорить. Это системная динамика. Наверняка знаете, да, что такое системная динамика. У нас все работы на предприятии выполняются не ритмично. Быстрее, медленнее, раньше, позднее. Соответственно, все это дело друг на друга накладывается, и в итоге получается очень долго. QRM учитывает все негативные последствия системной динамики. Ну и последнее – это оргструктура. Меняем структуру предприятия на автономные команды. Ну и, собственно, как в этом может помочь наш продукт, я сейчас и расскажу. Ну, прежде чем перейти именно к продукту, да, у нас так появилась такая идея. Вы видели слайд Siemens. Если кто внимательный, там такая была табличка, наверху ERP, потом идет MES, потом ниже SCADA. То есть SCADA собирает данные со станков, MES — это управление локальное, да, то есть на местах, ну и, соответственно, выше еще там ERP, это планирование предприятия. Там было еще новое слово MOM. Да. Отлично. Еще одно новое слово, да. Мы предлагаем ввести еще одну аббревиатуру как систему труда для производства, MLS, Manufacturing Labor System. Ну или MLS-2, то есть система управления трудом на всем предприятии. Не отдельно станками, не отдельно процессами, а только людьми с их инструментами труда. Ну и программа называется IVN Pro, это система контроля управления производственным персоналом. Сотовый телефон у всех есть? Всех? Какой тут вопрос? Смартфоны у всех сейчас есть? У кого два? У кого два, да, может быть три. При этом мы эти возможности на предприятии не учитываем. То есть если пройти сейчас по любому современному заводу, любой работяга сидит во время простоя и смотрит в телефон. Видео смотрит, читает книжки, плеер там, и так далее. Есть такое на предприятии? Ну, нарушение режима называем. Давайте его превратим в наше преимущество. Выдадим им на эти телефоны задание, что конкретно необходимо делать. Не надо ничего даже тратить предприятию. Уже есть смартфоны, куда можно выдавать задания. Соответственно, сама программа выполняет диспетчирование, оперативное решение проблем, мониторинг. Можно вывести все данные на большую доску. Управление персоналом. Ну и, собственно, два больших блока. Мы ускоряем процессы и прогнозируем, сколько же времени нам нужно для того, чтобы эти заказы вышли. Кто знает, из чего складывается время выполнения заказа?
только ли из обработки на каком-то либо станке. Ну, даже 5 составляющих, да. На самом деле все складывается из ожиданий перед ресурсом и, собственно, обработки в этом ресурсе. И вот это вот ожидание перед ресурсом может быть огромным, там, в 10-20 раз больше, чем сама, собственно, обработка внутри. Так вот, программа наша прогнозирует, сколько же времени будет лежать перед ресурсом та или иная задача, и рассказывает, а что же нужно улучшить для того, чтобы уменьшить это время ожидания. Как рассказывает, вот сейчас покажу. Сейчас программа состоит из 3 модулей. Это модуль руководителя, то есть он говорит, что нужно делать, какие заказы, когда и сколько. Модуль мастер, ну, мастер — это условное название, да, то есть это среднее звено управления, которое распределяет дальше сменно-суточные задания. Кто будет делать, что будет делать, когда, ну и сколько нужно делать. А потом вот модуль рабочий со своими сотовыми телефонами, которые принимают задания и выполняют эти задания, попутно собирая big data. Во сколько начали, какие были ошибки, сколько сделали, когда закончили, сколько времени потратили, какая вариабельность этого процесса, сколько ждали перед ресурсом, сколько сделали переналадку по времени. То есть все собирается на вот этих вот 2 уровнях. Ну, давайте сразу со скриншотом перейду. То есть это функционал руководителя. То есть мы видим, что есть в работе сейчас, да, то есть 5 заданий. Причем дальше, если мы посмотрим, можно посмотреть статистику по каждому ресурсу. Вот с левой стороны там токарка, да, то есть токарный участок, и мы видим вариабельность и длительность пролеживания возле этого там токарного станка деталей. Причем можно посмотреть, из чего это складывается. Все коэффициенты: загрузка ресурса и вариабельность выполнения работы, вариабельность поступления работы. Это все, все эти данные взяты из книги Раджана Сури «Время и деньги». А Раджан Сури — это математик индийского происхождения, который все эти формулы рассчитал эмпирически, то есть собрал огромную базу данных и оттуда уже вывел на формулы. Поэтому ему, наверное, надо верить. Или можно. Соответственно, что еще интересно, я сейчас покажу буквально, да, то есть что еще здесь есть. Интересно то, что в модуле мастер есть целая, точнее, выпадает вся генеалогия продукта, то есть из чего состоит этот виртуальный тренажер, то есть до 14 вложений, до 15-20 вложений, вплоть до операции. Соответственно, мастер или руководитель может увидеть, на что сейчас происходит. На 3D-печати сейчас у нас проблема, видите, да, красным помечено. Соответственно, вот этот контур там дыхательный, гофрированный, да, он сейчас стоит, он не делается, красным помечается. Соответственно, появляется вот такая картинка, на каком ресурсе, какая сейчас ситуация. Синий — это у нас в работе, зеленый — это ждет, ничего не делает, красный — есть проблема. Оперативное управление из мест создания ценности. Ну и, в принципе, у рабочего точно так же есть огромное количество там экранчиков, где он выбирает, что он сейчас делает, сколько штук он делает и какие проблемы у него возникают. То есть он может подать сигнал SOS, дайте мне там помощь. А, причем к каждому из видов вот этих вот проблем привязан конкретный человек на другой стороне. То есть если это проблема по станку, то прибегает ремонтник. Если это проблема по материалам, то приносит или, ну, решает проблему по материалам. Ну и, как я уже сказал, огромное количество данных. Ну, в принципе, кратко, наверное, все. Ну и, собственно, на эти 4 пункта из QRM программа Айлин влияет, так или иначе. Вот такие результаты. Причем это уже не теория, да, это уже практика. Используя подходы Раджана Сури, ну, одной из первых же мест в стране, так уж получилось, что КАМАЗ и его региональный институт передовых технологий бизнеса развивает вертолетный холдинг в России. Да, и, например, К-52, такой небольшой вертолетик, стал собираться в 2 раза быстрее. Правда, цена этого вертолетика поразила бы многих. Это открытые данные, можно, да, назвать, конечно. Всего 1 миллиард за штуку. Да. Поэтому двойное ускорение производства подобной техники экономит совершенно потрясающие деньги для нас с вами, потому что мы платим за все это из своих карманов. Поэтому технология работает. Значит, для тех, кого более глубоко заинтересовало подход, который Владимир Алексеевич излагал, мы во время, как это, да, вместо кофе-брейка можно будет посмотреть, или как работает модуль, значит, как считает все это с конкретными деталями, или как
работает это планирование уже там, ты вышел на реальных данных. Ну, время, с целью экономии времени, наверное, надо воздержаться. У нас осталось 7 минут. Поэтому простые вопросы есть, надо нет. Можно? Да. Дилетантски на понимание. Не совсем понял, откуда берутся как бы сигналы о том, что простой. Это что, когда человек достал телефон? Рабочий сам. Нет, смотри, или он должен просигнализировать, у меня проблема. Задание или автоматически выдается задание, угу. В зависимости от того, как оно убирается. Да? Леш, очень сложно, давай я отвечу. Если рабочий хочет денег, нажмет кнопку, что сделал. Он за это замотивирован дать сигнал о том, что у него проблема? Да. То есть... Задание принял, ага. Задание сделал, деньги будут. Потому что за непроизводственное время ему не платят, да? Должны платить за то, что он что-то делает, да? Отметки о том, что он делает, должны появляться. Это, я и говорю, сейчас, секунду, я вижу, да, вашу руку. Сейчас, секунду. Смотрите, еще раз. Интернет для вещей разработан. Ну да. Для промышленных вещей очень здорово, в том числе, Сименсом разработан. Интернет для людей в промышленности отсутствует напрочь. То есть правильно вы сказали, да? Ну да. Грузовые цепи, интернет работает. Как превратить это в инструмент зарабатывания прибыли, и как эти 80%, в которых сидят как раз люди с их плохой организацией, вот решение при помощи планшетика и телефончика. То, что мы любим, и наши дети любят больше всего. Как? Там, сзади, да, пожалуйста, вопрос. Спасибо. Вопрос общий или про Элин? У меня вопрос. Опять же, возвращаясь к презентации Симул, на верхушке всех движений стоят европейские, да, там все знают, что КамАЗ пользуется СП. Весь функционал, что здесь описан, там он есть. У меня вопрос, насколько это решение, ну, чем оно лучше, чем те решения, которые есть в СП. И второй вопрос, маленький, я вот пытался пока доклад шел, но не включил. Айлин Про, я не нашел. По компании, в сервисе, два подписчика. Так, ну, в общем, там это технический вопрос исправления. Разберетесь. Первое. Значит, наивная вера в ERP-системы, которые весь мир ободрала. Нет, не наивная вера, просто в чем лучше решение? Я вам сообщаю, что это наивная вера. Почему? ERP работает модулем RP2. Модуль RP2 последовательно перебирает ресурсы, загружает на 100%. Потом загрузил токарный центр на 100%, дальше начинает считать, загружает следующий ресурс. И составляет таким образом план производства, который нарушается в первый же момент реализации этого плана насовсем, навсегда. И никакой обратной связи, и никакого момента вот сейчас в этой математике принципиально не предусмотрено. Вдобавок, самая мощная система SAP не тянет даже 200 разнообразных, ну, полнокомплектных, например, автомобилей. Данных связи возникает в ней столько, что простой расчет плана без связи занимает несколько часов на сверхмогучем сервере в Казани. Пересчитывать ежечасно, ежеминутно, ну, потому что сбои на самом деле в любом маленьком производстве каждую минуту возникают. Нет физически никакой возможности. Все ресурсы мира вычислительные вам это не позволят сделать. ERP это обман. Вот, отчасти я с вами согласен. Раджан Сури сказал, что это в ответ на вопрос, в чем решение лучше. Потому что есть SAP Mobile, который решение позволяет любому сотруднику поставить, вплоть до того, что там удаленно пропуск. Пропуск? Ха-ха. Отпуск. Давайте, значит, здесь гадать не надо. Значит, я пока отвечу просто очень, потому что для того, чтобы объяснить это, надо, чтобы вы ко мне подошли. Значит, на Иннопроме недавно мне проходил главный архитектор SAP и сказал, давайте интегрироваться. То, что вы делаете, это космос. Ну, для этого я же говорю.